Как там Валерчик? Валера, ну, просто играет. Мне кажется, он еще молодой, он не понимает, что происходит, но... То есть все, что мы обсуждали с нашей командой за день, два, три, четыре дня до войны, он типа, он вообще нас не слышал. А как только она началась, он такой, он начал обсуждать все то, что мы уже обсудили. Потому что он молодой. Валера вывез своих родителей, свою семью. Папа у него был в Польше, он вывез маму и сестру.